Здравствуйте! Если вы любите пирожки с зеленым луком и яйцом, но у вас нет времени возиться с тестом, этот рецепт для вас. Давайте приготовим вкусный заливной пирог с зеленым луком и яйцом. Пирог получается очень нежный, вкусный и ароматный. Его хорошо подавать на завтрак, перекус или даже на ужин. Готовится он быстро, просто и из самых простых продуктов. Для теста нам понадобится 400 мл кефира, 70 грамм сливочного масла, 270 грамм муки, 2 куриных яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, 1 чайная ложка разрыхлителя. Для начинки нам понадобится 100 грамм зеленого лука, 5 яиц, 2 столовые ложки растительного масла и соль по вкусу. Лук необходимо мелко нарезать. Пять яиц нужно сварить вкрутую, для этого потребуется примерно 8-10 минут. Затем яйца нужно остудить под холодной водой, почистить и нарезать кубиками. Смешиваем зеленый лук с яйцом. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла и соль. Все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Можно переходить к тесту. В глубокой чашке смешиваем 2 яйца, соль и сахар. Добавляем 400 мл кефира и перемешиваем до получения однородной массы. Затем добавляем часть пресеянной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Все перемешиваем. Вливаем растопленное сливочное масло и снова перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся муку. Тесто получается примерно как на оладьи. Форму для выпечки смазываем маслом и выливаем половину теста. Распределяем его ровным слоем. Поверх теста выкладываем всю начинку и заливаем второй половиной теста. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 45 минут до румяной корочки. Время выпечки будет зависеть от особенностей вашей духовки. Даем пирогу немного остыть и нарезаем на порции. Можно подавать к столу. Приятного аппетита! Пирог получается очень нежный и вкусный. Сохраняйте рецепт и готовьте с удовольствием. Если рецепт вам понравился, приглашаю подписаться на мой канал, где вы сможете найти еще больше простых и интересных рецептов для завтрака, обеда или ужина. Всего вам самого доброго и наилучшего! До новых встреч!